Зарядку со звездой решили сделать традиционной. Воскресным утром 5000 человек пришли на Певческое поле. В этот раз пригласили призера Олимпийских игр, нашу землячку, профессионала маунтинбайка Ирину Калентьеву. Это здорово! Это невероятные ощущения просто видеть столько молодежи, столько девочек, столько ребят и делать вместе зарядку. Прохладная погода не помешала зарядке, а стала очередным стимулом повторять движение. Помощниками организаторов стали волонтеры. На этой молодежной зарядке со звездой собралась вся активная молодежь города. Здесь участвуют студенты средних специальных и высших учебных заведений. Мероприятие проходит очень здорово, клево. После таких мероприятий, после таких зарядок захватывает дух. Проект «Зарядка со звездой» будет проводиться и в будущем. Минспорта России решил сделать подобную акцию всероссийской. Теперь она будет проходить во всех регионах и называться «Зарядка с чемпионом». Все было!